заранее подать сигнал водителю, нажатием кнопки на поручни. Удаленное пополнение карты Кролика доступно на навигаторах наземного транспорта. Пополните карту в приложении «Московский транспорт» или «Метро Москвы». Нажмите по карману кнопку на навигаторе. Не трогая их, сообщайте водителю. Пассажиры Таганской, Краснопресненской и Некрасовской линии метро. Акция «Время ранее» продлена до 31 марта. Каждое утро в рабочие дни выгодные поездки за полцены при оплате проезда картой «Тройка» или банковской картой. Подробности на mostmetro.ru.